Мур! Привет, друзья! С вами Зверько. А на тестовый сервер пришло нечто новое. Стрелок-химик Кимми. Пассивка. Кимми может стрелять в выбранном направлении, не переставая перемещаться. Пули пронизывают противника насквозь. Но нужно теперь учиться целиться, потому что у нас появляются два джойстика. Но стрельба с руки массовая, это отлично. Также у всех навыков магический урон. Первый навык. Кимми переключает режим стрельбы в энергетическое русло. Ее снаряды становятся больше и детонируют. Дальность повышается, взрывами задевает соседей. Сплэш урон. Второй навык. Кимми изображает немецкого огнеметчика и поливает противника магическим огнем. Противники получают обездвиживание после нескольких попаданий. Также действует по широкой траектории. Ульта. Кимми заряжает в свою пушку танковый снаряд и выстреливает в выбранном направлении. При попадании снаряд детонирует. Ульта перезаряжается довольно быстро, хоть и не наносит очень много урона, но наносит урон как попаданием, так и взрывом. Итого, мы имеем три навыка, которые она может использовать, не останавливаясь. Также весь ее урон идет по области. Персонаж очень опасен в ближней перестрелке, он заставит двигаться. С другой стороны, это не однокнопочная ДК, она более требовательна к навыкам игрока. Наконец-то АДК с необычным геймплеем. Ну, а то, что ее стрельбу в стан не берет, исправят. Просто механику еще не проработали. Любопытно, что охотник на демонов работает на все цели, которые атакуете с руки. А золотой посох, кажется, не срабатывает. Иначе вблизи она бы аннигилировала все. Я обожаю героев с необычной механикой. Будем ждать и следить за изменениями в новостях. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!